Голосуй за своих. Сохранять наследие, развивать свое производство, строить жилье, любить землю, помогать селу, гордиться нашими детьми. Александр Козловский. Наш выбор. Добрые дела. Сегодня мы часто слышим, что Псковская область – депрессивный, слабо экономически развитый регион. Но это не так. Сегодня у нас есть достаточно много перспектив. И работая в Государственной Думе, я приложу все силы, чтобы помочь развиваться нашей промышленности, производству, наполнять бюджет Псковской области, для того, чтобы мы могли выполнять социальные обязательства для нашего региона, для наших земляков. В программе «Добрых дел. Единая Россия» много социально значимых проектов. Среди них открытие новой школы в городе Пскове в 2017 году, завершение строительства путепровода в городе Великие Луки, реконструкция набережной в городе Пскове, строительство онкоцентра. Дополнительно было открыто более 5000 мест в Псковской области в наших детских садах. Голосуй за своих! За тружеников, за наши традиции, за ветеранов, за мир в доме, за уникальное производство, за нашу область, за добрые дела. Александр Козловский. Наш выбор. Добрые дела.